A to vlastně všechno. Что? Ничего там не надо переписывать, блядь. Вообще ничего там не надо переписывать. Гитара эта сольная убирается к ебёной матери и вставляется скрипка Никита Зайцева. И пиздец. Все. А Никита-то жив? Обнаружили? Никита жив и здравствует. Он ходит на группу каждый день вместе с Кубой. Да? Да. Губа. На группу на Линус алкоголик. Вот и все. А почему алкоголик? Он же наркоман. Ну нет, ничего. Ну, на группу Хорошие.
Ну что, все? Текст я все равно не понял. А есть? Есть. Ничего. У нас осталось вокал, две песни написать. Хорошо. Думал, был на белом свете. Ты все? Да. Да, вокал. Ёж, опытный орел не вывалится из гнезда? Какой? Я говорю, опытный орел не вывалится из гнезда? Нет. Он глубоко забился в гнездо. Давай, можно, спокойно. А где гитара тогда не будет забирать, нахуй на столе? На конце. У меня телекосты здесь. Как говорится, чердак только упал на один раз. Сиба-то поменьше. Пиздец. Внезапно. Не, он как настоящий музыкант. Ему другие все. Настраивается кто? Слабейший. Лёш, а ты купи себе, как у Лёни, вот такую штучку для настройки. А мне не поможет. Старый, ты как бы все помнишь, да? Ну я, в общем, пойду. А ты куда? Я домой пойду. А зачем? Работал, устал. Работал, устал. У меня смена сегодня была. Песни я все знаю, Лёш. Завтра... Ты, короче, на белой гитаре играешь. Ну, Серёг, да. Тебе... Ты ко мне? Да. Ты остаешься еще? Ну, да. Хорошо. Ну, ты помнишь, как найти? Сам собой. Ну, все, давай. Только не херяй. Серёж, нет. Спасибо за кассеты. Ты забрал кассеты? Да. Все. Спасибо, дорогой. Все, парни. До завтра. До завтра. Все, парни. Да. А, ты-то, собственно... Еще ты. Завтра сольемся в экстазе. Уже все, уже, да. А ты что еще хотел сказать? Ничего себе. Че у тебя уже все спросили? Привет всем. Катюх, я позвоню вечерку. Хорошо. Не приведи, господ. Короче, вот такая. Короче, такая. Старобаны, но навек. Наша почему кажется? Все, что у нас. Темный лес. Курилом до свечи. Побороди. Здесь не каждый отважится, а забрел. Так штаны не мочи. Недалеко от речки Кукуевой с немудреным заплечным узлом шел мужик из Орехова в Зуево. Одному ему видным путем. Вот такая вещь. Классно. Там четыре куплета. Классно. Главное, аккордов немного. Аккордов ты запомнил. Я тебе скажу за Зольсом, за Никиту. Он отлично знает эту эстетику. Алексис. Да? Все просто классно. Мне, вот, расскажи, вот этот телефон доступ. Я уже позвони ему сегодня насчет проходов договорить. У меня уже взят. На него взят. Четыре штуки. А если он придет до 6 часов, то он без всяких проходов. Вот, значит, ты об этом с ним и поговори. Четыре у меня, четыре у тебя. Хорошо. Все, пока сюда. Окей. Не надо меня снимать. Пацану, не надо. Запустим. Сейчас выйду. Мы одно и только последним поставить, понимаешь? Все будешь ждали полковника. Не, а может быть вам начать новую песню, не закончить новую песню? Только с Никитой. Да. С Никитой надо договориться, знаешь, чтобы он на голос не играл. А он знает эти фишки. То есть он... Ну, секьюр. Не единственное, он на скрипке, да, будет? Чтобы он пришел на саундчек. Леха мне нравится, он заботливый композитор, он музыкант и думает. Я поэтому много не... Леша, он сейчас... Попробуй. Я тебе расскажу. Он сейчас находится на группе UAV, понимаешь, Никита? Я туда не пошел, потому что я пришел сюда. Я мог сделать саботу, дождаться, а закончится группа. Пойти сюда вдвоем. До свидания. И вас зазнакомить. Но у меня просто по времени уже... Ну, я просто... Просто видел. Может... Завтра он к 4 сможет прийти? К 4, но завтра я просто хочу его с самого утра целовать, чтобы он не расслаблялся, понимаешь? А он может расслабиться? Нет, он не расслаблялся, чтобы не было этого великого артиста с шарфами, со всей этой хуйней. Чтобы просто человек там серьезно к этому серьезно. Вот про что ты сейчас делаешь,
Я не делаю какую-то рекламу, у меня нет никаких этих маромольских ходов кого-то впихнуть. Он хорошо, он отлично знает эту эстетику. Все вот эти штучечки.